Привет, зрители! С пылу с жару, только взял и сразу в разгон. Subaru Outback 2021, новая модель. И казалось бы, кто-то скажет, 2.5 тоже, как у Forester, но здесь 188 сил вместо 185. И более интересные характеристики по крутящему моменту. А в итоге Outback, казалось бы, более крупный, ну, совсем не уступает по динамике Forester и даже, возможно, ее превосходит. Это вы увидите, конечно, в этом видео. Начинаем. Но вместо рекламы, как обычно я это делаю, я вам, друзья, другое порекомендую. Сейчас выборы идут вовсю, остался еще один день, как раз когда это видео смотрите. День этот впереди, поэтому, друзья, я вас всех призываю сходить, кто из России, и отдать свой голос. Кто может это сделать, у кого есть право выбора, воспользуйтесь им, потому что наша жизнь может стать лучше именно благодаря вам. Так что поддерживайте, друзья, выбор, как и RoadGeek, видите, он тоже говорит. Камера бдит. На 60. Тоже. Будьте внимательны и вперед. Не дайте украсть свой голос. Но мы продолжаем. Outback на исходной, супервариатор от Subaru, готов передать момент на все четыре колеса. Старт-стоп деактивирован, и я готов приступить к разгону. Климат авто, педаль в пол. Мгновенно срывается автомобиль. Задержка минимальная. По нынешним временам просто мгновенно, быстрее только электро. И вперед! С осечками, смотрите, да, как классно разгоняется автомобиль. Все, казалось бы, крупный, да, универсал. Считай, кроссовер. И динамика вполне достойная. Из 10 выезжает, что с бытовым планом у вас вот здесь вот. Ну а теперь Race Logic с двух педалей и C-Mode в положении S-Drive, соответственно, да, спорт режим условный, да. Потому что по-другому машина разгоняется. В S будет равномерно, да, заваливать, что называется, стрелку к красной зоне. А в интеллектуальном меняет передачи, что вам приятней было, что называется, да. То есть тяготение к, скажем так, более приятной езде, да, более такой динамичной по ощущению, но по сути, да, классическая настройка вариатора, она позволяет делать это быстрее. Ну и давайте посмотрим, что с RaceLogic. Неплохо. 9,4, да, с небольшим. То есть автомобиль реально едет на все свои 188 сил. Неожиданно быстр, неожиданно активен. И это потрясающе. Все мы, конечно, ждем версию с 2.4 турбо с новым мотором. Вместо оппозитной шестерки будет 2.4. На Западе тоже 260 сил выдает, как эта самая шестерка. Что будет у нас? Я надеюсь, что все-таки, во-первых, этот мотор случится. Потому что сейчас, как скажет, цена, да, вот цена этого автомобиля стала, да, уже под 4 ляма. Под 4 ляма стоит Outback, да, ну, что делать. Выбор за вами, как я уже говорил. Ну, а, естественно, с более мощным мотором все это благодаря акцизам, налогам станет еще дороже, и вам придется раскошелиться дополнительно. Поэтому посмотрим. Может быть, все-таки в соображении престижа подобная версия будет заведена. Тем более, это будет прям как раз любителям придавить педаль. Тем более, в целом, большинству, как-то неудивительно, подает именно этот двигатель. 2.0 было бы слабовато, естественно. Хотя, наверное, и такие бы желающие Subaru тоже нашлись, потому что, ну, есть целая категория людей, которые говорят, мне мощность не нужна, я хочу меньше платить, я, в общем-то, к динамике не стремлюсь и быстро ехать не желаю. Вот так вот, друзья. Вот так вот, друзья. Кстати, подвеска стала огонь. Тоже про это я расскажу. Как в случае с XV, с обновлением, которое было весной, я его откатывал. Здесь тоже Outback наделили приятной мякотой, такой премиальный, да, и машина стала прям вот очень породистой, скакать по нашим колдобинам отечественным, по ямам. В общем, мне Outback, конечно, понравился. Единственное, что действительно расстроило, это увеличение цены, но ничего ты тут не поделаешь, к сожалению. К сожалению, да, и многоточие. Потому что всем по хорошему автомобилю, друзья. Вот я всегда, когда чувствую прям супер хороший автомобиль, сразу начинаю рекомендовать. Говорит, давайте, друзья, выбирайте, наслаждайтесь. Тут видите око Саурона цифровое, Субарона, конечно, горит для того, чтобы тоже бдить и вашу активность отслеживать. Будущее близко, будущее рядом. Ох, что нас ждет, какие времена, да? Антиутопии
наяву. Ну, буду с вами прощаться. Динамику нового двойка изучили, порадовались тем, что спора бежит автомобиль. Ну и будем ждать более мощную версию для тех, кто хочет получить без компромиссов универсал повышенной проходимости от Subaru. До новых встреч, пока!